Наши опять хохлов фосфором жгли нахуй. Салюты, короче, были ночью. Там хуйня такая, ракета летит, разрывается в воздухе. Mm. На несколько частей, типа, как, знаешь, бенгальский огонь. Я поняла. А? Я поняла. Эта хуйня, если на кожу попадает, на тело, прожигает, короче, до костей, нахуй. И прям зарево такое, пизда было. Кошмар. Это у них нет такой хуйни, только у наших есть.